Добрый день, с вами Лара Шум и улица в городе Екатеринбург, точнее Арбат. Улица Вайнера – одно из самых популярных мест Екатеринбурга, поэтому если вы будете в этом городе, то обязательно прогуляйтесь по Уральскому Арбату. Находится он в самом центре города. До революции улица была известна как Успенская, но в 1919 году ее переименовали, и теперь она носит фамилию большевика Леонида Исааковича Вайнера, погибшего на фронтах гражданской войны. Но интересная вокруг него история, и о ней можно почитать в статье, ссылка на которую под этим видео. За последние годы на Вайнера установили множество оригинальных бронзовых памятников, и их число постепенно растет. Самый первый памятник на улице Вайнера установлен 21 июля 2006 года. Скульптура «Коробейник». Я почему-то думала, что это аптекарь. После появления этой скульптуры тут же появилось поверье, что если положить на поднос коробейнику монетку и потереть флакон, который он держит в руках, то загаданное в этот момент желание сбудется. Памятник изобретателю велосипеда Ефиму Михеевичу Артамонову. Считается, что именно он впервые изобрел велосипед в самом начале 19 века. И согласно легенде, даже совершил велопробег по маршруту Верхотурье-Москва, чтобы удивить императора. Впрочем, никаких подтверждений этому краеведам до сих пор найти не удалось. Так что, вероятно, это не более чем миф. Фонтан – спираль времени. По замыслу, фонтан представляет собой спираль времени, в центре которой шар, висящий на водяном столбе. Лучи, соединяющие временные потоки, символизируют наш мир. Фонтан напоминает о том, что прошлое, настоящее и будущее тесно связаны между собой. Скульптура «Банкир и автомобилист» изображает банкира, идущего к автомобилю, в котором его дожидается личный водитель. Кстати, желающие могут залезть прямо в салон автомобиля и сфотографироваться на память. По легенде, если потереть перстень банкира, то всегда будешь жить в достатке. Скульптура «Друзья» буквально вписана в дом купца Ефима Артемьевича Телегина. Здесь стоят кузнец, собака и лошадь. Прототипом стал екатеринбургский кузнец Александр Лысяков. Скульптура открыта в августе 2006 года. Скульптура «Влюбленные». Здесь я немножко удивлена, почему она не обвешана до сих пор замочками по традиции жениха и невесты, которые вешают замки в каких-то определенных местах, заключая свою любовь навсегда. С вами была путешественница Лара Шум, которая живет в Москве, но периодически ездит по городам России и по Подмосковью. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и рассказывайте о нем своим друзьям. Пока-пока!